Всем привет! Сегодня я бы хотел ответить на вопросы, которые вы задавали в комментариях. И первый вопрос от Владимира Вяткина. Если у фотонов нет массы, почему их притягивают черные дыры? И вот это очень крутой вопрос. Ну, он мне просто нравится, потому что я раньше тоже задавался этим вопросом. И вообще довольно логично, что это кажется чем-то странным, потому что это следует из ньютоновской гравитации. Потому что если мы на нее посмотрим, там перемножаются две массы. Если одна из масс равна нулю, то все будет равно нулю, потому что мы умножаем на ноль, и сила в результате ноль, и ничего не должно притягиваться. Это как раз является одной из тех штук, которые не может объяснить ньютоновская механика, но может объяснить теория относительности. Потому что в теории относительности гравитация уже не является просто силой. Гравитация — это искажение пространства-времени. Тут очень важно, что это является искажением именно пространства-времени, а не просто пространства. Смотрите, покажу такой пример. Вот, допустим, у нас есть объект, который может двигаться либо вправо, либо влево. Получается у нас такое одномерное пространство. Но также этот объект всегда обязан двигаться в будущее. Поэтому добавляем второе измерение — время. Если объект будет стоять на месте, он всегда будет двигаться только в будущее. Однако, если он начнет двигаться вправо или влево, то его траектория в пространстве времени поменяется. Но если мы добавим сюда массивный объект, то он начнет изгибать пространство-время. То есть теперь будущее поменяет свое место. Теперь оно будет не просто впереди во времени, оно начнет сдвигаться в пространстве. И поэтому объект, двигаясь в будущее, начнет притягиваться к другому объекту. Именно так работает гравитация в теории относительности. И так как фотоны двигаются по кратчайшему пути, то этот кратчайший путь для них теперь изогнут. Потому что, чтобы двигаться не к тому массивному объекту, им нужно будет преодолевать большее расстояние, чего они и не делают. Почему так сложно произнести Сергей два раза? Сергей задает много разных вопросов про сингулярность. Вообще, начнем с того, что такое сингулярность. Вообще, сингулярность — это слово пошло из математики, и оно там означает обычно какой-нибудь излом на графике. То есть у нас есть график, да, он как-то идет, а потом он внезапно пошел по-другому. Вот произошел излом, функция в этой точке недифференцируема. Вот это вот у нас получилась сингулярность. И в черной дыре также еще сингулярностью называют горизонт событий, потому что там у нас, когда мы приближаемся, да, вот, ну, объект приближается, и с нашей точки зрения, как стороннего наблюдателя, его время все замедляется, и на горизонте событий там будет совсем ноль. То есть вот там тоже вот такой излом графика получается, и это тоже сингулярность. Но обычно говорят про ту сингулярность, которая в центре. И на самом деле тут физика не дает никаких ответов на вопросы, что там будет в центре, потому что мы вообще не знаем, и, скорее всего, может быть, сингулярность вообще является ошибкой. Может быть, в центре черной дыры нет сингулярности. А может быть, она есть, но она себя совсем по-другому ведет, не так, как мы ожидаем. То есть никаких ответов нет на тему того, как ведет себя сингулярность внутри черной дыры. Выходит ли гравитон из черной дыры? Ну, вообще, гравитон — гипотетическая частица, да, мы не знаем точно, как ведет себя квантовая гравитация, если она вообще квантуется, но вроде бы должна, наверное, но мы пока не знаем. И если мы будем вообще говорить о гравитации, как о каком-то излучении, то оно не выходит из-под горизонта событий, оно образуется как бы снаружи черной дыры. То есть из-под горизонта событий ничего не выходит. Ни гравитация, ни электромагнитное излучение, ведь черная дыра там тоже создает всякие виртуальные фотоны. Излучение Хокинга тоже, оно не выходит из-под горизонта. Все это образуется как бы вокруг черной дыры. Можно сказать, что оно просто размазано в пространстве, вот в области черной дыры. Ну и, соответственно, там, например, излучение Хокинга появляется, оно забирает энергию из черной дыры. То есть она ее теряет, но при этом она образуется снаружи. А вот поглощает ли черная дыра темную материю? Хоть мы и точно не знаем, что такое темная материя, но да. Судя по всему, что известно, она точно должна поглощать темную материю. Однако темная материя, она очень редкая в пространстве. То есть в целом ее много, да, ее даже больше, чем обычной материи. Но она, в отличие от обычной материи, которая сконцентрирована в каких-то областях, там вот как звезды, планеты, то темная материя, она как бы более разбросана по пространству в виде, скорее всего, отдельных частиц. Если мы возьмем какую-то небольшую область пространства, то там этих частиц темной материи будет очень мало. Но в целом их много за счет того, что они просто равномерно распределены вот по всем галактикам, да, и даже далеко вокруг галактики, и где-нибудь там между галактик. Поэтому
они образуют очень много массы, но их мало. И поэтому в черную дыру они, скорее всего, вносят очень маленький вклад, и она, может быть, поглощает какие-то отдельные частицы, но это трудно как-то обнаружить. Флинн-Флинн-4 пишет, что если у точки, с которой произошел большой взрыв, были края, то значит и у Вселенной тоже должны быть края. Ну, хотя вероятность небольшая. Ну, вообще, точка — это такая безразмерная штука. У нее нет никакого размера, у нее нет никаких краев, поэтому тут нет смысла говорить о краях точки. Однако, если говорить про большой взрыв, то, скорее всего, он все-таки пошел не из точки, потому что тут опять возникает сингулярность, а сингулярности физики не очень любят. Так как что было в сингулярности, мы не знаем и не будем о ней говорить, то обычно начинают с того, что Вселенная уже была. То есть она была какого-то размера, просто она была маленькая. Можно представить, что просто все расстояния были меньше между объектами, а потом все расстояния стали увеличиваться. То есть объекты просто стали отдаляться друг от друга. Фактически большой взрыв, хоть его и называют взрывом, но это было просто увеличение расстояний между объектами. И если Вселенная бесконечна, то она уже была изначально бесконечной. Просто все было ближе друг к другу, а потом все стало дальше друг от друга. Но она также осталась бесконечной. Евгений Колмогоров пишет, что время — это разные единицы измерения. Все остальное — это бред. Вообще, кстати, иронично, что это пишет, во-первых, человек с Эйнштейном на аватарке, а во-вторых, фамилия Колмогоров тоже такая довольно научная. Рикки Микки пишет в ответ на видео, где я рассказывал о том, как сжег фоторецепторы, когда долго смотрел одним глазом на солнце. А как же солнцееды? Ну, им печально. Пока они пытаются есть солнце, солнце ест их. Павел пишет, что волк из скандинавской мифологии — это антиматерия, и она придет за тобой. Иван Диван говорит, что если бы у него было бы столько подписчиков, то он бы никогда не забросил канал. Ну, конечно, круто, что есть 200 подписчиков, но так объективно по меркам Ютуба это все-таки очень мало. Но да, я и не собирался на самом деле его забрасывать, именно вот в этот момент я собирался продолжать развивать канал, даже наоборот, более активно взяться за этот канал. Вообще, видео, которые у меня были, в основном были про физику, и некоторые из них про странные темы, например, как нарушить закон сохранения энергии. Это обычно никто как-то не упоминает, и это кажется чем-то таким вот почти псевдонаучным, то есть это было такое вот на грани, хоть и там вполне физические вещи рассказываются. Ну и с самого начала что-то вот подобное было у меня, и из-за этого, наверное, подобные темы очень много привлекают каких-то странных людей, и мне даже YouTube помечает примерно половину комментариев как спам или что-то подозрительное. Ну и дальше я хочу попробовать немного другие темы, уже будет не совсем физика, но физика потом тоже будет, но сейчас будут другие темы, которые на самом деле тоже тесно связаны с физикой, там все переплетено. Так что подписывайтесь, если еще не подписаны, и всем пока!